Да. там пониже. Угу. Монеточку бросьте. Это монетку надо на меня бросить? сейчас, смотрите, послушайте. Бросьте сначала, надо отдать, а потом уж что-нибудь хотите просить. Понятно? Тут вот так. И потом ручку положил, загадал. А там точно так же. Вот здесь вот есть место. Дырочку поставьте. Правая ручка бросили или не положили. Отлично. Понятно. Сколько не жалко? Хорошо. Лёшка, отлично. На следующий приедете, скажите, исполнится. А ну через сколько исполнится? Они тогда еще здесь смотрят. А уже заработала. Уже на счет деньги пришли. Да нет, я к этому очень серьезно отношусь. Мы, говорит, 3 месяца ждем зарплату, не платили. Только опустили первый этаж, посмотрели, со второго спускаются, говорят, СМС-ка пришла. Пришла СМС-ка, деньги пришли. А вы что, дочки? Не, мы... Работаем. Никто не шутит, все серьезно относятся.